Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня ваша любимая рубрика «Распаковка посылок с сайта AliExpress». Вчера получила большую такую посылочку, и я так полагаю, что в ней много маленьких посылок. Получила еще вот такую посылку и, конечно, вот этот пакетик. Сейчас я вам его и покажу сразу. Так, значит, это девчонки скидывали в группе ВКонтакте вот такой вот товарчик с Wildberries. Ну, я же не смогла пройти мимо. Конечно же, я себе заказала. Давайте начнем с первой посылки. Ну, как бы посылки. И как раз заодно проверим, все ли тут на месте, все ли тут работает. Это набор доктора. Там можно было выбрать на выбор доктор. Там какие-то кухня, по-моему. Еще что там было. В общем, штук, наверное, 5-4 разных видов. Вот такой. Это 3+. Я решила взять доктора, так как посмотрела, там, знаете, есть набор типа фен, расческа. Но он такой прям убогий. Я думаю, ладно, не буду я этот набор брать. Прям, ну, неинтересный. Брать, если набор, то брать уже прям хороший, красивый, массивный набор, где реально фен там будет как-то нажиматься, да? И всякие там тенюшки, не тенюшки для ребенка. Вот. Ну и решила доктора, так как кастрюльки, сковородочки у нас есть. Кстати, заказ на Wildberries заказывала. И пришел он прямо на следующий день, после того, как я сделала заказ. Вот такой вот наборчик. Вот так все упаковано. Смотрится симпатично. Вот такой вот. А меня сманило то, что здесь есть вот такой бокс, где будет храниться весь этот набор. То есть я все-таки надеюсь, что валяться он у нас не будет. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот такой вот бокс. А, понятно, ручка чисто была здесь. Ну ладно, обломчик. Давайте смотреть. Сейчас я вам побыстрее покажу. Вот так вот крышечка снимается. Ну, просто самой даже, если честно, интересно. Я отдам ребенку, она всем этим займется. Так, давайте смотреть. Здесь, значит, вот такая штучка, как в кухне у нас, вот такая. Ну да, две таких практически, да, одинаковые. То есть... А здесь вот набор вот такой. Пластик, зубочки лечить. Знаете, ребенку 2,5 года моему, ей будет, мне кажется, очень интересно. Самое главное, наклеечки, видите? Наклеить сразу самим, иначе она наклеит их куда-нибудь в другое место. И наклеечки. Набор стоил, по-моему, 160 рублей. В общем, я считаю, что это копейки. И ребенку поиграть, пусть играет, заради бога. Так, в общем, вот такой набор. Может, кстати, даже они еще там и есть. Я, если им получится, оставлю ссылки. Так. Поехали дальше. Набор классный. А вы пишите комментарий, понравился ли вам набор или нет. Далее. О, вот эту вот игрушку. Она стоила 199. А, знаете, фишка в том, что она типа со скидкой, а так она стоила 1900. Ну, смех и грех, конечно, но ладно. А вот такую игрушку продавали недавно в магазине «Красное-белое». Но я не успела. В нашем КБ нету, а в других я уже не успела. Разобрали. Вот так вот она лежала. То есть никак не, ну, не прикреплена, да, то есть таким образом. И я очень хотела эту игрушку, даже больше сказать себе, поиграть. Потому что ребенок у меня наверняка испугается. Я хотела что-то такое по... Знаете, чтобы посимпатичнее был. Ну, вот такой вот страшильщик приехал. Ну, сейчас мы посмотрим. Вообще, если это то, о чем я думаю. Ну, да. Тут, типа, короче, кто не знает, нажимаешь так на зубки. Там один человек нажимает, второй человек нажимает. И он просто неожиданно закрывает рот. Ну, и то есть палец тебе кусает. Ну, ребенку, наверное, будет страшновато. Но я взяла, мне очень хотелось. Тем более за 200 рублей. Пусть будет. Давайте посмотрим. Как, насколько он прикусывает. Блин, испугалась. Жесть, вот эта игрушка, блин, кайфушка вообще просто.
Я просто не ожидала, испугалась, господи. Ох, да, какие тут три плюс, стесняюсь спросить. Ладно, игрушка вообще зачет. Ой, придет муж, будем с ним играть. И последняя покупка с магазина Wildberries. Сейчас я вам покажу. Это сахарница. Она у меня долго лежала в корзине. Она, кстати, была там по скидке. Эту сахарницу я заказала, потому что... Сейчас я вам покажу. Потому что у меня есть такая сахарница, подобие с такой сахарницы. Но она просто чуть-чуть другого размера. Не такая тяжелая. Вот так она упакована. И заказала я ее, потому что вот такая вот штука у меня разбилась. Она прям, я не знаю, как так получилось, но она разбилась. Сейчас мы посмотрим вот эту. Нигде ли ничего не разбито, не лопнуто, не треснуто, потому что может быть и с ней такое. Смотрите, вот такая вот она классная. Ее и мыть удобно. 300 с чем-то рублей я за нее. 350 что ли. Ну, мне очень нужна была такая, и я привыкла к вот таким ложкам. Сейчас я вам вообще ее покажу. В общем, я ее сохранила, чтобы, да, при распаковочке вам показать фишку. В чем фишка-то? Вот, смотрите, вот оно, стекло. Оно разбито вот полностью. Видите, я не знаю, как так получилось, но это очень опасно и просто в мусор. И вот, смотрите, не знаю, мне кажется, этот чуть больше. Ну, в любом случае, это такая вот обычная сахарница. Это тяжелее и посимпатичнее смотрится. Поэтому это улетит в мусор. А ложки, конечно, я ложку оставлю. Мне нравится тем, то, что они маленькие и кладешь сахара меньше. А сахар это белый яд. Вот. Потому что, ну, как бы сладкого тоже особо не хочется. А большой ложкой ты накладываешь и привыкаешь. А тут прям маленькая, две ложечки и шикарно. Мой, правда, кладет 5 ложек. Но когда гости к нам приходят, тоже 5 ложек, 4 ложки. Я себе 2 кладу. Вот такая вот ложечка. В общем-то, я довольна. Все это вот так вот смотрится. Вот такая вот красота будет у нас стоять на столе. Вот так вот. Тоже, ну, в общем-то, ссылки попробую оставить, да, найти и оставить. Подписание. Опа, чуть не ушла. Тут чем удобно брать, вот так вот, видите, вот тут вот такая штука, а там нету. Ну, ладно. Все, классно. Пишите, какие вам товары с Wildberries понравились больше всего. По мне, товары все классные. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще масса всего интересного. А сейчас мы переходим к покупкам с Аликом, к распаковке. Так, начнем с маленькой посылочки. Давайте ее откроем. Я знаю, что там. Там дешевая наволочка. Ну, в смысле, как дешевая. Красивая и халявная наволочка. Вот. А я хочу напомнить, что как только я наберу 5000 подписчиков, я сделаю розыгрыш призов. Так что обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео и также не пропустить розыгрыш. Так. Вот такая вот красивая наволочка летняя. Классно, что она пришла так быстро. Кстати, да, быстро пришла. У продавца частенько бывают купоны. Наволочка 40 на 40. У меня уже таких много. Расцветка, кстати, такая красивая и не сильно яркая, но в то же время цвета четкие такие. Знаете, вот прям вот классно вообще. А здесь вот такой вот замок. Все работает. И заказывала я кучу наволочек. Прошито, ну, хорошо прошито. Что еще сказать? А, в общем, и в стирке у меня не полиняли. И заказывала я и с совами, знаете, такие красивые. И заказывала со своим портретом эти наволочки. Вообще все меня устраивает. И будут как только еще скидки, я обязательно закажу еще. Вот такие вот дела. Поехали дальше. Теперь время пришло большой посылки. Господи, если честно, мне когда принесли эту штучку, господи, штучка, извещение,
Вот, я искала по номеру, не могла найти, думаю, да что ж такое, что же это за посылка? А вчера такая раз-раз, понятно, что за посылка. Давайте смотреть. И идет мне еще целая куча посылок. Очень много посылок идет. О, смотрите, красота. Ох, слушайте, да тут их вообще много. Я что-то не думала, что их так много здесь. Все, пустой. Так, ну давайте. Ой, тут вообще какая-то шмотка. Давайте сразу... Нет, давайте я его наконец оставим. Я знаю, что вот здесь. Так. Здесь у нас... Сейчас будем открывать. Вот такая вот штукенция. Ну, я думаю, многие поняли уже, что это такое. Там либо... Хотя не либо, а картина Репина. Ладно, я шучу, конечно. Обычно... Как тяжело-то, а? Так, сейчас открою. Так, наконец-то я ее открыла. Ну, это картина, да, вот такая красивая картина. Почему я ее заказала? Да потому что стоила она совершенно просто какие-то копейки. Даже, по-моему, цент. Вот честно, не помню, я бы написала цены, но... Я все ссылки оставлю в описании под видео. Потому что, ну, наверняка уже нет таких цен, по которым я это заказывала. Ну, вот такая вот красивая картина. Вот такая красота. Повешу в рамку, пусть будет. Так, поехали дальше. Фу, я пока открыла ее, запыхалась. Давайте дальше смотреть. Вот такая вот маленькая посылка. И у нас она такая грязная, фу. Давайте посмотрим, что там. Чисто ха-ха. Ну да ладно. Это стоило рублей 6. Это силиконовая такая штучка. И она для проводов клеится. Вот на эту штукенцию отклеиваем, присобачиваем, и она держится. Я не знаю, куда я ее придумаю. Возможно, на свое рабочее место. Сейчас вам покажу, что это из себя представляет. Вот таким образом. То есть... У вас вот стоит, у вас всегда провод, раз, протянули, зарядили, и все классно. 6 рублей, по-моему. Ну, знаете, вроде бы хлам, а с другой стороны полезная вещь. У меня как раз все провода, вот это постоянно, я бы еще заказала какую-нибудь большую. Знаете, для проводов там от лампы, от машинки, пылесоса. В общем, вот если, знаете, такую штуку. Скиньте ссылочку или посоветуйте что-нибудь. Так, мы поехали дальше. Давайте вот это тонкое, наитончайшее. Какая-то у нас тут посылка. Ой, что это? Пустое, что ли? Все, больше тут ничего нет. А, это эти штукенцы. Ой, да, что-то я их брала. А, даже нет, я их брала не за копейки. Ну, как не за копейки, за копейки. За 20, по-моему, рублей две штучки вот такие вот. Тейпси, как их называют, я не знаю. Вот такие магнитные. Магнитные провода у меня есть. А вот таких уже штучек нет, потому что все они у меня были старого такого, знаете, уже. Не знаю, как они называются. Вот такие вот две штучки крепите. Ну, я думаю, все знают уже. Так. Дальше. Ой, слушайте, меня прям почта порадовала. Это очень хорошо. Люблю много посылок. Так, это у нас что? Ага, это тоже что-то очень дешевое. Прям, ну, очень дешевое. Вот такая вот штука. Там, конечно, моточек такой прям на картинке стоял конкретный. Но вы знаете, мне, я не швея никакая. А, вот. Мне пойдет для каких-нибудь фотографий ногтевых, да, там ногти сфоткать, как-нибудь красиво уложить, или даже дизайны. Я сейчас много рисую, выкладываю, кстати, мастер-классов целую кучу в свой инстаграм, так что переходите туда, смотрите мастер-классы, для кого-то может будет и полезным. Ссылку на инстаграм оставлю в описании под видео. В общем, вот такая штука стоила вообще копейки. Далее идем. Ой, давайте вот... Тут стразики, походу. Сейчас посмотрим. Сейчас открою аккуратно, чтобы ничего не повредить. Надо какие-нибудь ножнички себе. А то что-то у меня эти прям здоровые такие.
Ой, тут нифига себе. И наклейки, и стразы. Вау, прикольно. Слушайте, а стразы заказывала я разве? Может, это подарок? Не знаю даже. Мне кажется, это подарок. Видите, такой пакет мне ни разу не приходил. Не знаю. И наклеечки. Взяла, видела кучу дизайнов с такими наклейками. Мне понравилось. Буду тоже делать крутые дизайны. Вот такие вот наклейки. Сколько стоят, девочки, честно, не вспомню даже. А стразы, походу, в подарочек. Если в подарок, то очень круто и приятно. Так, дальше. Вот тут я вообще не знаю, что. Тут какая-то ерундень. Ерундень. А, это знаете что? Тоже дешево стоило. Это для вилок. Вилки, ложки в поход. Или, допустим, брать с собой на работу. Допустим, положил ложку, да, и пошел. Запах. Обычный запах, как будто, знаете, с магазина купили. Вот небольшая нитка торчит. Ну, по-моему, это стоило рублей 9 или 19. Ну, что-то такое. Хорошенький такой чехольчик. Классно. Надо было еще один заказать, чтобы прям вот наборчик взял и пошел куда-нибудь в поход. Так. Дальше. Ой. О, это, знаете, классная штучка. Это на футболочку. Я взяла вот такую. Я скоро стану мамой вдвойне. Поэтому я решила, что у меня будут две дочки. У меня есть одна дочка, а второго ребенка я еще не знаю, кто у меня. Но почему-то вот девочки две. Ну ладно, что уж. Наклею потом. Пусть будет супермама. Классная такая. Я первый раз, честно говоря, заказываю такие. Будем пробовать переводить куда-нибудь на футболку. Посмотрим. В общем, классно. Упаковано тоже нормально. Стоило рублей 14. Я никогда такого не заказывала, но что-то мне тут захотелось прям такого чего-то. Так, дальше. Вот такой вот мусорный пакет. Ой, стразы. Прелесть какая. Слушайте, вот, блин, я вообще не помню стразы. Смотрите, какая красота. Офигеть. Смотрите, здесь побольше, здесь поменьше как будто. Хотя нет, наверное, одинаково. Видимо, были дешево. Раз я заказала. Потому что сразу у меня валом. Но мне стразы лишними никогда не будут. Тем более такой размерчик. Я люблю такого размерчика. Так. Дальше. Ух. А, здесь крючки. Да, я видела у девчонок. Приходили крючки в распаковках. Классные крючки. Очень красивые. Обалденные. А такие, знаете, обычные простые крючки, вот они мне тоже очень нравятся. Они высшие крючки. А вот эти прям вообще класс. Супер. Блин, я вообще кайфую. Посмотрите, какая красота. Вот эти две одинаковые можно, да, вот так повесить. Только я, правда, пока не знаю, куда. Просто они были дешево, я их взяла. Еще и красиво. Дешево и красиво. Так что вот такие вот собираем. Вот такие вот крючочки. Обязательно найду им применение. Классные. Очень красивые. Вот эти цветы прям бомбовские. Надо их перерисовать на ноготки. Классные, да, цветочки? Вот вам и идея, да, для дизайна ногтей. Так, и последняя посылка. Вот здесь я вообще не знаю, что, но надеюсь, для меня это не будет никаким сюрпризом. Да, ура! Ура, 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 девочки! Господи, они пришли. Это просто моему счастью нет предела. Я их заказывала, по-моему, рублей, ну, по 100, может быть. Ну да, где-то рублей 100. А недавно походила, ну, у меня не было выбора, пошла у нас в магазин и купила их за 250. Ну, давайте посмотрим. Одно достану, посмотрим на качество. Потому что я заказывала всегда на Алике салфетки. Но я вот смотрю, девочек пишут, что качество у них ни о чем. А
тех, что я заказывала, были классные. Но вот эти вот, ни о чем вообще. Вот, знаете, вот салфетку влажную порезали. Вообще просто, ни о чем. А у меня вот такие. Вот, то есть, я люблю вот такие вот салфеточки. А эти, конечно, ни о чем, но, вы знаете, когда их вообще нет, и такие хорошо. Поэтому пусть будет под запас. А я поковыряюсь, может быть, найду вот такие на Алике и куплю. Вот такая вот посылка. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. Обязательно поставьте мне лайк, поддержите меня своим лайкосиком. И, конечно же, подписывайтесь, не забывайте про розыгрыш. Розыгрыш обязательно будет, девочки, обязательно. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вообще смотрите меня. Всем пока-пока.